Всем привет, ребят! Ну что, многие из вас спрашивали часто и спрашивают, как фармить самоцветы, что делать, где их брать, как я быстро так фармлю. Как видите, у меня эволюция за эволюцией проходит. Все очень просто, ничего сложного нет. Есть пару локаций, где можно усиленно и быстро получить. Конечно, на английском сервере, сейчас я покажу вам. Там все по-другому, или потом мы после этого аккаунта забежим туда. Здесь у нас бездонатный аккаунт. И я сейчас вам покажу, каким образом я быстро фармлю. То есть и так, кулаки. В общем, начнем с самого простого. Это у нас есть вот такая вот локация, турнир героев, где в обычном даже режиме, вот, на максималке, вы можете каждый день заходить и должны заходить каждый день. Постараюсь. Я вам просто на этом покажу примере, потому что я не хочу, чтобы герои слились. Я сейчас потерял самоцветы опять. Сейчас получим люли от атлантов 100%. Слился все-таки. Вот, но зато получил. Вот, это первое. Вы эти карты можете получать с разных локаций, с разных акций. Плюс они восстанавливаются каждый день. В итоге здесь можно до 200-300 самоцветов за день нафармить, за сутки. Конечно, как повезет, и в зависимости от того, как далеко вы пройдете. Вот у нас обновились. И вот у меня я могу опять попробовать. Но атлантов, как видите, не стоит трогать. Ну, сейчас самое, которое мы получили, мы по сути спустим. Нарез героев. Вот опять. Уже 76 самоцветов я получил. То есть таким образом можно фармить, пока у вас есть карты. Там, ну, все, конечно, относительно. То есть плюс-минус по-разному бывает. Но чем дальше, тем больше вы будете получать. Все зависит от прокачки ваших героев. И думаю, после того, как вы зафармили основные локации, вы можете смело здесь бегать и фармить. Еще сейчас другие, да, попробуем завалить. Думаю, что там такое, музычка у нас тихонько играет. Ну вот, плюс, считайте, 100 с лишним самоцветом мы зафармили без всякого напряга. Поехали дальше. Самое основное, где я на сегодня фармлю, это квесты. Почему здесь я усиленно фармлю? Потому что я не прохожу квесты, как обычно люди делают. У меня и времени на это нет. Я получаю карты, а потом по 3-4 раза фармлю. Сейчас я вам постараюсь. Я не буду, конечно, все проходить. Все 4, потому что это будет очень долго. Ну, в среднем за заход можно получить где-то 400 самоцветов без проблем. Все зависит, конечно, от того, как вам повезет. По квестам. Ну, в основном через раз дает смену. То есть день отсюда можно свободно 1000 получать, а то и больше. Так, сейчас мы... Зафармим еще кого-то.
даже сейчас использую хитрость. Вот есть. Вот так вот за 10 закончить. Отлично. Можно даже пока питомцев подкачать. Вчера мы трешивали на битве гильдий. Нормально я и кагашек посливал. Так, отлично. Берем вот карты смены, они копятся. Вот сделал смену, новый квест. Вот сегодня мне, видите, есть возможность нанять героя за 150. Они вам его вернут, 150 самых. И здесь вот где алтарь, здесь использовать бывает на зачастую. Зачастую на смену таланта. То есть копите карты. Карты покупать можно, если повезет, в магазине, либо с акцией выиграть. Вот магазин здесь. Покупаете карты. Бывают они. Если хотите, можете там паролить за сам, но я это не советую делать. И соответственно потом вы можете получить за эту карту целых 300 самоцветов. На Тайване, например, там намного проще все. На Тайване там дают за 300 самов 10 карт и другие акции есть, где вы можете их получить. Соответственно, у вас там получается с 300 самов, которые вы потратите, вы получаете по сути 3000. Ну, относительно. Вот опять турнир героев. То есть надо, вот если у вас есть, не спешите, вы можете по квесту это все сделать и получить еще дополнительно отсюда самики. Ну, в этот раз не получить. Ну, все зависит от того, какой левел вы будете проходить. Я вам показал на явном примере, что можно фармить по 100 свободно. Так, отлично, зафармили. Хранилище золота в рейде. И магию надо использовать. В принципе, мы сейчас это быстренько сделаем. Все, вот все награды я уже получил. Кстати, давайте парящий остров. Есть, отлично. Поехали. Магию быстренько использовать. Тыковка, как видите, такая на рейдах, она, конечно, не торт. Но в подземках она реально тащит. Еще одного пройдем и сможем открыть новую смену. Может, там нам повезет. Так, тут вторая фрея. Она, наверное, сейчас сольет либо моего Анубиса, либо мою тыковку. Так, отлично. Забрали. Идем параллельно. Вот даже так улучшили, нифига себе. Так, мы скоро и до 100 дойдем. Так, отлично, забрали, получили еще дополнительно плюхи, кагашечки и опять сделали смену.
Опять, ну, видите, опять нам не повезло. Ну, я утром сегодня получил. Тот же самый вариант. В общем, так и фармите вот таким вот образом. Дальше. Что еще есть? Есть, конечно же, ежедневный вход, где вы тоже будете получать. Это надо не пропускать обязательно. Забирать самоцветы, потому что тут тоже, по сути, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Это что у нас получается? 6 на 4, 240. Плюс 100, 340 и плюс 200, 540 самоцветов. Это за неделю еще дополнительно как-никак плюс. Помимо этого есть арена, которую тоже там 5 раз вы зафармите ее. Даже можно там не бегать особо. Ну, за победу там вам дадут другие итемы, еще плюшки. Зафармили, тоже получите. Сейчас давайте зафармим. Потом перейдем немножко на другой сервер, я вам покажу, сколько максимум можно, конечно, получать, но для без доната это сложнее будет. Если здесь я 35 получаю, ну, можно и больше, можно до 50 дойти. Оно сыпет рандомно, конечно, 36 это минималка у нас была. Давайте вот этого, чтобы долго не бегать. Или я не буду, потом буду подземки проходить. Такс, 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 такс. За аренку вот сейчас 5 самоцветов. Плюс у вас еще самоцветы можно получить. За фарм золота и маны. Это еще плюс 20. Вот таким вот образом, по сути, это то, что я делаю. Можно еще дополнительно там, может, где-то их и найти. То есть акции вот есть вот такого плана, акции на обмен. Вы можете здесь уже получить. Ну, как правило, тут 100-200 самоцветов за всю акцию. Это максимум, что вы получите. То есть это основное. То есть где-то приблизительно можно в день свободно, если повезет, 1000 самоцветов фармить. Напишите в комментах, кто сколько фармит. Но то есть 1000 самым можно в день зарабатывать при задротстве таком хорошем. Сейчас мы зайдем. Допустим, на английский сервер. Ну, нажимается, видите, вот так сделано. Вот если здесь взять, у меня на максималку все пройдено, вот здесь я могу получить до 210. Но у меня тут, по моему герои немножко не те стоят. Но, в принципе, не успеем, они то меня не слили. Но я тоже их убить не могу. Не, вот слили. 350. Просто попробуем на харде вытащить. Ну, чем дальше вы будете проходить, тем больше вы будете, соответственно, самоцветов получать. 350. Но ни одного камня я до сих пор не выбил. Наверное, сильно нас развалит. Да, это не вариант. Надо героев с автопроком взять.
Хороший, блин, чуть-чуть не хватило. У нас есть фри рефреш. Да блин, запарили. Надо Ронина и Малышаника убрать отсюда, поставить Анубиса. Ну, фармить можно очень легко, оставить и Анубиса, если есть плюс хранителя. Сейчас мы попробуем это сделать по-быстренькому. Анубис. Воодушевление. Тут поставим кроны. Тут самое основное, чтобы у вас не разбили здание. Вот видите, намного проще все. Вот 105 самоцветов. То есть таким вот образом, если опять же у вас есть карты, вы их купили там, либо каждый день можете заходить, раз на раз не приходится, но у вас будет все равно следы. У вас будет шанс нормально зафармить. Да, на Анубиса меньше ладушку поставить, наверное. Вот так вот. То есть таким вот образом я фармлю. Пишите в комментах, кто где еще получает самоцветы. Возможно, для других будет полезным. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.